дорогие друзья! С вами снова я, Санегус. Сегодня мы снова играем в Father Family. Сегодня я хочу вам показать хэллоуинскую птицу. Да, я эту птицу рисовала все лето. Так что, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Я очень старалась. Ладно, не будем долго тянуть. Начинаем. Что из концепта? Вот он. Я на дне, мы как я и говорил, настаралась все лето. Все лето его выделывала, делала эти концепты, так что вот так он выглядит. Это типа птица-кукла Вуду. Ее крик будет очень страшненьким, сейчас я вам покажу запись. Ну, вот такой крик, да, страшный. Постаралась его сделать страшный. Также у нее открывается, как вы видите, пасть. Очень реалистично, можно так сказать. Из-за того, что у нее рот зашитый, вот так она будет выглядеть. Ноги у него как у уточки. Ну и сам он достаточно долго может летать, то есть вот как-то так. Что же насчет его текстуры? Текстура будет как у мягкой игрушки, я понимаю. И... Кстати, эти нитки можно будет только покрасить при помощи дополнительного, можно так сказать, это нитки. То есть вот просто дополнительно можно отдельно красить нитки. Так что вот так. Друзья, ну вот такая птичка. Надеюсь, она вам понравилась. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.